Всем привет, это Science Daily. Новости науки и космоса. Европейское космическое агентство подтвердило, что первый в мире спутник из дерева будет доставлен на орбиту до конца текущего года. Таким образом, Европейское агентство станет первым, кто запустит в космос спутник из фанеры. Деревянный спутник, который получил название WoodSat, имеет размеры всего 10 на 10 на 10 сантиметров и вес около 1 килограмма. Цель запуска такого спутника заключается в проверке воздействия на древесину внешнего окружения на орбите, ультрафиолетового солнечного излучения, космической пыли и атомарного кислорода. Для этого спутник будет нести на борту камеры наблюдения за деревянной поверхностью корпуса, датчики загрязнения, датчики внутреннего давления и ряд других приборов, которые будут фиксировать изменения в материале корпуса и разного рода выделения и осаждения, что даст информацию о поведении древесины в агрессивной космической среде. Материал, из которого изготовлен корпус спутника, прошел предварительную обработку. Фанера была предварительно высушена в термокамере, а затем покрыта защитным слоем оксида алюминия. Подобным образом также часто защищают электронные схемы от окисления. Слой оксида алюминия может предотвратить выделение из древесины любого газа в космическую среду. Он также защитит поверхность от воздействия агрессивного атомарного кислорода. Ожидается, что спутник будет выведен на орбиту высотой 500 км в ноябре этого года с помощью ракеты-носителя «Электрон» компании Rocket Lab. Еще больше новостей космоса вы найдете на нашем канале. Не забудьте подписаться.